моряков. И сейчас средь великанов, тех, что знает вся страна, жив, здоров Степан Степанов, бывший полцкий старшина. Он шагает по району от двора и до двора, и опять на нем погоны с пистолетом кобура. Под ремнем герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, и какой-то пионер рот открыл от изумления. Вот так милиционер! Thank you.
ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки в белых парточках болтушки. В сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник в ранце с двойками дневник. Не успели ученицы от него посторониться, он столкнул их прямо в грязь. Над косичками смеясь. Дядя Степа видит все издалека. Он не знал, что дядя Степа не простит озорника. Бледный вид у сорванца. Отвечайте, где живете? Как фамилия отца? С постовым такого роста спорить запросто непросто. На трибунах все встают. Конкобежцам старт дают. Thank you.
Появился хулиган. Из кармана гвоздик вынул. Продырявил барабан. Платите. Не заплачу. В отделение? Хотите? Да, хочу. Только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди. В светлом зеркале Степана он увидел позади. В отделении хотите? Что вы? Что вы? Не хочу. Деньги в кассу заплатите. Сколько нужно? Заплачу. Что случилось на вокзале? Плачет мальчик лет 5. Потерял он маму в зале. Как теперь ее найти? Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собою, и толпою. Под высокий потолок! Посмотри вокруг, сынок. И увидел мальчик. Прямо у аптечного ларька вытирает слезы мама, потерявший сынка. Степа был доволен. Не распалась и семья. Шли ребята мимо здания, что на площади Восстания. Вдруг глядят. Получил я пост почетный, и теперь на мостовой, там, где дом стоит высотный, есть высотный постовой. Хотят. 3, 4, 5 минут им проезда не дают. Тут сотруднику оруды дядя Степа говорит. Что, братишка, дело худо? Светофор-то твой шалит? Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ. Мне, Степанов, не до шутки. Что мне делать, дай совет. Рассуждать Степан не стал. Светофор рукой достал. Что-то где-то повернул, в середину заглянул. В то же самое мгновенье загорелся нужный цвет. Восстановлено движение! Никаких заторов нет!
ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали. Дядя Степа Светофор! Дядя Степа, извините. Что такое? Есть вопрос. Почему, придя с Балфлота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли? Ну что ж, друзья, на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу потому, что службу эту очень важной нахожу. Кто с шезлом и пистолетом на посту зимой и летом? Наш советский постовой — это тот же часовой. Ведь недаром сторонится милицейского поста и милиции боится тот, чья совесть нечиста. У ребят второго класса с дядей Степой больше часа продолжался разговор. И ребята на прощание прокричали: «До свидания! До свидания!»